Всем привет, с вами Мотоактив. У нас сегодня в работе находится Suzuki V-Storm 650. Планируется по нему техническое обслуживание, предсезонная подготовка. Планируем по регламенту обслужить цепь, проверить состояние износа звезд, тормозных колодок, задних, передних, заменить масло, поменять фильтр, проверить воздушный фильтр, в общем, подготовить к сезону. На данный момент, что с ним произошло? Клиент, возвращавшись с дальней поездки, так получилось, что он подскользнулся и завалился на бок. Соответственно, было подозрение на то, что изогнулся тормозной диск. Вот, мы сняли, проверили тормозной диск, соответственно, на статическом балансировочном станке. Ничего криминального не выявили, тормозные диски ровные, просто был износ резины, вот, и поэтому у него была вибрация на руле. Поменяли резину, поставили новую, отбалансировали колесо, проверили его, никакого биения нет, ничего нет. Соответственно, и поменяли сальники и вилки, потому что уже требовали замены, были видны подтеки. В общем, диагностика у нас прошла, все замечания будут устранены. Ну, сейчас уже половина работы сделана. Мы его обслужим, завершим и подготовим к сезону, выдадим клиенту. Ну и в завершение хотел бы всех поздравить с началом сезона. Двухколесной техники скоро открытие, поэтому всем желаю хорошего сезона, подготовить технику, чтобы она радовала весь сезон, не подводила. Приезжайте к нам в наш сервис Мотоактив, мы проведем диагностику комплексную, выявим все ваши неисправности, устраним, отремонтируем, обслужим. Всем пока!